Необходимо проводить работу, связанную больше, скажем, не с какими-то выплатами, да, мерами, потому что все-таки это государственная часть, а именно народу с населениями. Также было сказано преподавателями, что как бы не совсем финансовая подоплека, она влияет на рождаемость. Женщину можно засыпать деньгами, но если у нее нет желания рожать, то она рожать детей не будет. Но это как бы основная такая мысль, что надо, чтобы женщина все-таки захотела родить. И какие моменты, какие все-таки, что заставляет женщину это желание испытать? Прежде всего, это семейно-ценностные какие-то вот нормы. То есть это семья, стабильная семья, это муж, это то, что влияет прежде всего на рождаемость. Ну и, конечно, надо воспитывать в наших детях вот это отношение к семье. О том, что семья должна быть, состоять не из одного ребенка, а из двух детей. Преподаватели нас обрадовали такой информацией, что в 2012 году ситуация по смертности и по рождаемости в стране вышла на ноль. Раньше у нас до 2012 года, вот 90-е, да, начало 2000-х годов, была ситуация обратная, когда смертность превышала рождаемость. Вот в прошлом году вышли на ноль. И это как бы уже радует ученых, радует, думаю, в принципе, всех должно это радовать. Ситуация по округу, конечно, она стабильно, так скажем, хорошая. У нас все-таки рождаемость всегда превышает смертность несколько раз. Но мы тоже знаем, почему, да, у нас это происходит. Потому что у нас все-таки происходит отток вот этого вот населения старшего, ну, пенсионного возраста. У нас существуют определенные программы по переселению. Да? Вот в прошлом году вы знаете, что у нас даже департамент соцзащиты выплачивал 100 тысяч гражданам в связи с выездом. Да? Ну, по каким-то параметрам определялись эти люди. Поэтому у нас такая ситуация. Но думаю, что если бы эти люди оставались здесь, то, возможно, бы этот показатель у нас тоже был бы не очень хороший. И как еще было сказано преподавателями, что решить проблему в России путем привлечения мигрантов – это не есть решение нашей проблемы. То есть все-таки необходимо за счет своих резервов, за счет своих людей решать эту проблему.